Рынок секонд-хенда, расположенный в центральной части Бельц по улице Пушкина, преображается на глазах. Уже видны первые результаты его реконструкции. Старые торговые ряды демонтировали. Выровняли площадку площадью 500 квадратных метров. Территорию выкладывают плиткой. Вместо импровизированной крыши из пленки над торговыми местами появится современный навес. Модернизация проводится для создания комфортных условий как для торгующей, так и для посетителей. В скором времени рынок секонд-хенд приобретет цивилизованный вид. 118 торговых мест на рынке по улице Пушкина будут полностью соответствовать нормам противопожарной безопасности. Для бельских рынков это был самый большой вопрос. Ничего в этой сфере не делалось на протяжении последних 15 лет.